И начнем с нашего города. Хотим учиться. В Алматы возле Казахстанской академии туризма и спорта собрались недовольные. Абитуриенты пришли со своими родителями и требовали вернуть обещанные гранты. Как выяснилось, Министерство образования и науки выделило 517 грантов, а поступить смогли только 300 из претендентов на обучение в этой академии. В проблеме разбиралась Ажар Оразбай. Мы тоже, родители спортсменов, требуем вернуть заслуженные гранты, просто то, что надо, то, что обещало министерство, пусть нам вернут эти гранты. Собравшиеся у здания Казахстанской академии спорта и туризма требовали ответить, куда исчезли 217 грантов. Среди возмущенных родителей и самих абитуриентов 18-летний мастер спорта по спортивной гимнастике Батурин Данил. Он набрал на ЕНТ 71 балл. Этот результат позволил ему претендовать на грантовое обучение, но свое имя в списке обладателей молодой человек не увидел. Все свое детство все он отдал спорту. Неоднократный чемпион Республики Казахстан, многократный чемпион международных соревнований. Вот поступали в институт, сдали документы. Получается, что потеряно было 200 грантов. Отстаивать свои права на бесплатное обучение пришли полсотни алматинских абитуриентов. Я занимаюсь фристайлом уже 8 лет. Я вот впереди вот будет универсиада, я к ней готовился уже. 4 года к ней как готовились. Но так как я вот не поступаю в университет, я не знаю, как я буду защищать честь Казахстана. В этом году документы в этот вуз сдали около 900 спортсменов нашей республики. Только на специальность физическая культура по приказу министра образования и науки от 29 июля было выделено 517 образовательных грантов. Но реально передано лишь 300 сертификатов. Куда делись еще 217, остается неизвестным. Руководство вуза отправило официальное письмо в ведомство. Мы сразу же связались с Министерством образования, с Центром тестирования. И сегодня были отправлены телеграммы министру образования, вице-премьеру, для того, чтобы вот этот вопрос разрешился в законном порядке, то есть так, как это должно было быть. Пока на сегодняшний день, до этой минуты, ответа от этих структур пока нет. Родителям и абитуриентам проректор академии пообещал дать ответы, как только сам узнает о судьбе недостающих грантов. Ажар Оразбай, Талап Сагынбаев, телеканал Алматы.